По разным данным, для набора мышечной массы силовая тренировка должна длиться от получаса до бесконечности. И для каждой теории есть свои аргументы. Один из самых распространенных вариантов – это продолжительность тренировки в 45 минут. Аргументируется это довольно просто. Якобы максимальный выброс гормона роста и тестостерона наблюдается через 20-30 минут после начала силовой тренировки, а уже после часа тренинга начинает зашкаливать кортизол, который разрушает мышцы. По другим данным, максимальная концентрация разрушающих гормонов достигает своего пика после полутора часов. С другой стороны, есть примеры того, как многие спортсмены тренируются и два раза в день по 2 часа и более. Где же правда и сколько нужно тренироваться для успешного набора мышечной массы? В процессе своей трансформации я много экспериментировал и с временем тренировок, и с временем отдыха между ними. И могу с уверенностью сказать, что для натурального атлета в большей степени имеет значение общий объем нагрузки и интенсивность, нежели время тренировки. Тренировку можно построить совершенно по-разному и по-разному выложиться в те же 45 минут. Классическая сплит-тренировка включает в себя в среднем 5 упражнений, по 2-3 рабочих подхода в каждом. Итого с разминочными подходами получится около 20-25, в зависимости от ваших рабочих весов и количества самих подходов в вашей программе. Предположим, мы будем тратить по 1 минуте на выполнение упражнения и отдыхать по классике, в среднем это 3 минуты. В итоге мы получим около 1,5 часов тренировки. А если мы будем выполнять, скажем, суперсеты, дропсеты или какие-то аналогичные тяжелые приемы тренинга, то несмотря на то, что количество подходов сократится, время отдыха между ними увеличится, так как восстановиться между такими подходами гораздо сложнее. Если вы не знакомы с понятием суперсет, то это выполнение 2 упражнений друг за другом, без отдыха в одном подходе. Такой тип тренинга забирает очень много сил и у мышц, и у нервной системы, поэтому с ним лучше не перегибать. И опять, тренировка уложится примерно в те же временные рамки 1,5 часов. Несмотря на это, тренировку можно сократить, убрав часть подходов или упражнений. Но есть ли в этом смысл? На самом деле значение имеет лишь общий объем работы, интенсивность и ваши восстановительные способности. Если вы укладываете свою программу в 1 час, это здорово, так и тренируйтесь. Если же ваша программа не вписывается в эти рамки, то ничего страшного нет, и ваши мышцы точно не съест кортизол, который якобы вырабатывается к концу тренировки. И повторюсь, что большинство рабочих программ, которые сегодня представлены в сети, подразумевает время тренировки более 1 часа. И в среднем временной диапазон их проведения укладывается примерно в 1,5 часа. Большее значение здесь имеет общее количество рабочих подходов на конкретную мышечную группу в одной тренировке. Оптимальный вариант – 2-3 упражнения на большую группу, например, спину, по 2-3 рабочих подхода в каждом упражнении и 1-2 упражнения на маленькую группу, например, на бицепс или трицепс. Поэтому не нужно сильно заморачиваться над продолжительностью самой тренировки. Лучше заморочиться над правильностью ее составления в целом. Кликнув на иконку в верхнем правом углу экрана, вы попадете в меню со ссылками на различные упражнения и программы тренировок как в зале, так и в домашних условиях. Также все ссылки вы найдете прямо под этим видео. Переходите и изучайте. А с вами был Александр Добромиль. Пока!